Самый лучший блин считается приготовленный с любовью и с хорошим настроением. Хорошее настроение и любовь к жизни – главные правила подопечных кризисного центра «Крымский дом для мамы». Здесь живут девушки, оказавшиеся без крова и поддержки близких. За порядком следят наставники, они и борщ научат варить, и за ребенком присмотрят. Чтобы женщина в такой ситуации сложной не сделала каких-либо ошибок, для этого ей надо успокоиться, понять, что у нее есть на какое-то хотя бы время крыша над головой, кровь, чтобы решить, как ей дальше жить. Мы не снимаем ответственности с подопечной, но в то же время, если она чего-то не знает, не может, мы ее научим, подскажем, поможем. Одновременно в этом доме может жить 6 женщин. 3 комнаты, большая гостиная и кухня. Все оборудовано для детей разного возраста. Яна Полищук с малышкой Ариной приехала неделю назад. Даже вещи не успела разложить. Зато уже со всеми подружилась. Я сюда приехала, как домой вернулась, если можно так сказать. Вот, тепло, уютно, очень доброжелательная Алла Александровна, я прям души в ней не чаю. Алла Александровна оказывает психологическую помощь девушкам, любит и заботится о каждом постояльце. Поддержка и общение – самое необходимое при таких обстоятельствах. Здесь женщинам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, предоставляют не только крышу над головой, но и поддержку – социальную, юридическую, психологическую и, конечно, духовную. Это все, что нужно для того, чтобы женщина вернулась к нормальной жизни в социуме. Проект реализован за счет благотворительных пожертвований и при поддержке церкви. Инициатор иерей Дионисий Волков, он, кстати, частый гость в этом доме. В преддверии Великого Поста батюшка пообщался с девушками и провел небольшой мастер-класс по приготовлению блинов. На первое время, когда женщина попадает в наш центр, она получает немного успокаивается от того стресса, который она пережила, в который она попала. И дальше мы уже решаем, вырабатываем стратегию ее социализации для того, чтобы по выходе из центра она продолжала свою жизнь уже вдохновленной, психологически устойчивой и уверенной в жизни, и несла свою ответственность за свою семью, за ребенка. Сюда может обратиться любой желающий, независимо от вероисповедания и национальной принадлежности. Центр работает 3 месяца. За этот период помощь получили 90 женщин. Антонина Шитова, Андрей Псом. Утро нового дня.